Поспать на ульях и попробовать медовый массаж. Ведущий телешоу «Поедем, поедим» Джон Уоррен в понедельник прилетит на Алтай для съемок второй части программы. Напомним, в прошлый приезд энергичный англичанин посещал Лебединое озеро, делал шоколадный массаж и готовил баранину в тесте. Прекраснейший! Алтайского края. Это самая лучшая баранина, которая есть в Алтайском крае и в России. «Поедем, поедим» – популярное кулинарное шоу на одном из федеральных каналов. Его бессменный ведущий – англичанин Джон Уоррен, четверть века живущий в России и отлично говорящий по-русски. Съемки новой программы продлятся 5 дней. Сначала в Барнауле, затем в Солонешинском районе. В планах посещение пасеки, где ведущий узнает, что такое сон на ульях, расскажет о пользе медового массажа, пособирает ягоды и научится заваривать чай из алтайских трав. А в Солонешинском районе Джон Уоррен собирается посетить поселение киржаков и выведать у них тонкости киржацкой кухни. Также съемочная группа планирует посетить Денисову пещеру и посмотреть на водопад Шинок.